Значит, первое, что нужно сделать, инструментальное обследование. Кто у нас в городе, какая организация делает инструментальное обследование? Есть такая организация? Это специализированная организация. То есть в городе организации, которые могут сделать инструментальное обследование, нет. Но это нужно делать... инструментальное обследование, так? Чтобы потом уже, соответственно, определить его техническое состояние конкретно, да, и стоимость, так? Понятно. Поэтому я, естественно, контроль ставлю первому заместителю главы города Пенску Евгению Анатольевичу организовать работу в течение недели, чтобы выполнить, соответственно, инструментальное обследование данного моста. Вам необходимо связаться руководителю УПСа города с этой организацией. И как можно быстрее, чтобы эта организация прибыла для того, чтобы она провела инструментальное обследование. Значит, по финансовым средствам, в рамках содержания уличной дорожной сети Тарабаев, в рамках нашего большого контракта, значит, сколько средств у нас имеется на содержание уличной дорожной сети города, в данном случае Ямочного района? 208 миллионов. На сколько квадратных метров? Сколько здесь протяженность? 320. Так, если хватит временных средств на ямочный ремонт? Хорошо. Значит, первый момент. Наталья Валерьевна, заместитель главы города по финансам. Значит, еще раз совместно с СОЖем просчитать квадратуру на сегодняшний день. Квадратные метры и протяженность данного моста, чтобы определить стоимость выполнения разового ямочного ремонта. Понятно, да? Это сделать оперативно, буквально до понедельника. Хорошо, да?